Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и, короче, блин, сам себе обещал больше не донатить в эту помойку, по крайней мере, какое-то ближайшее время. Но, как обычно, сам перед собой нарушаю некоторые обещания, правила и сегодня снова задоначу в эту помойку. Вот, усаживайся поудобнее, ставь лайк. Я надеюсь, будет интересно. Короче, меня зовут Саша, да, ты все помнишь, надеюсь, вот. А хочешь, не ставь лайк, вот я тебе сегодня разрешаю. Можешь даже не подписываться, вот, и комментарии даже не писать. Вот я сегодня добрый. Я сегодня добрый, а может быть и злой. Короче, по факту, смотрите, мне надо выполнить эту херобору, так и так донатить, ну, обычно там по 70 рублей доначу, чтобы эту залупонь забрать. Вот, и плюс, короче, нашел вот такой вот пак. Я просто решился взять, прокачать миллион силы. Не прокачивать прорыв каким-то основным героем, а равномерно допом прокачивать. Таким образом я быстрее прокачаю себе силу. Но у меня просто ноль книжек. Вот, у меня ноль книжек. И сегодня у нас акция 1 плюс 1. То есть я, если долбану за 700 рублей вот этот вот пак, короче, то сразу 1200 книжек, миллион кулаков пойдут на прокачку супер питомцев, будет откапливаться 280 пыли, да, для следующих наград в этом, как его, ну, парящий остров, ну, вот это вот херь, да, Аджиджишевская. Вот, посмотрите вот на эту штуку. Вот, прям. Вот, окей. А далее, у нас настолка, там будет пару попыток. И что самое интересное, у нас акция оленей. Вот на акцию оленей я очень сильно надеюсь. И надеюсь там вырубить каких-то, грубо говоря, ресурсов. Помимо всего, опять же, в чем выгода заключается? Выгода заключается в пакете накоплений. Я получу вот этот вот пакет накопления. Здесь я получу книжечки. Здесь есть возможность получить книжечки. И здесь есть возможность получить книжечки. А посмотрите, сколько у меня всего книг. У меня их всего три штуки. Вот. Короче, я в этом видео уже, наверное, не буду это делать, чтобы оно слишком длинное не было. Но, скорее всего, сейчас мы все акции пройдем, все купим, ништяки откроем, а потом запишу следующее видео, там, где попытаюсь прокачать в одном видео себе силу, насколько это возможно. Посмотрим, сколько эти 700 рублей принесут мне силы. Так что усаживаемся поудобнее, завариваем пельмешки, хотя можете не заваривать пельмешки. Я вам разрешаю, друзья. Можете не заваривать пельмешки. Ладненько. Так, делаем покупочку. Не хочу спалить свою там карточку. Ну, вот это вот все, вы знаете, да? Ой, блин. Ну вот это вот точно последний. Последний. Так, пароль пишу. То, знаете, я такой человек, который могу продиктовать пароль. Знаешь, я же пишу по слогам. Читаю по слогам, такой, пароль. 7, 5, 8, 9, да, вот. Ну, это же я. Вот, па-бам! Мы купили, мы собрали. Так. Я надеюсь, то, что надо, купил, да, а то я ж мог лохануть. И смотрите, забираем вот эту вот штуку. Ну, здесь скины, ладно, они будут потом прокачиваться. Здесь, опять же, 300 книжек, да? Вот. И коробки все. Окей. Окей. Дальше, заходим сюда. Получаем все. А, акция 1 плюс 1 еще не пришла, да? Так, 900 книг, то есть мне еще 600 книг придет. Окей. Немножко. А, во-во-во, пошло-пошло-поехало. Смотри, еще пришло. Отлично. Получено монетки событий. Ну, монетки событий, сами знаете, какая ерунда. Падший ангел. О, слушай, у меня этого скина не было. О, у меня облик получен. Слушай, а я думал, что у меня почти все скины есть. Ладно, дальше. Что у нас тут? Так, ну, тут как бы. Тут уже все, я молодец, все собрал, теперь заходим на склад, смотрим. И у меня бац, и уже 1500 книг. 1500 книг, но есть еще ништяки. Запоминаем, 1500 книг. Заходим сюда, получить дальше события. Парящий остров. А, я тут уже все шансы долбанул. Сколько? О, у меня уже 400 пыли накоплено. Пускай копится. События, карта богатства. О, это мы тоже получим. Парящий остров, фонтан желаний. А, разбиватель яиц. Ну, это та акция. Короче, эти монетки я тратить не буду, потому что, ну, беспонтовая эта акция. Временные акции, день замковладельца,
базар пак обновления, войти в игру, получи приз, базар пакет накопления, ежедневный бонус. Вот. Ежедневный бонус. А, ну, короче, ясно, понятно. Так, 1 плюс 1, цветущие бонусы. Ну, заходим в очередную бесполезную акцию. Да, у нас будет две попытки. Ну, давай ты там уже открывайся. Книг давай. Мне нужны книги, да? То есть у меня даже эти камни для прокачки, скажем так, прорыва у меня есть, а книг нет. У меня еще и значков почета нет. То есть мне не просто книги нужны, а мне надо много книг, чтобы часть из них обменять на значки почета. Ну, бред полный. Разбивай яйцо. Давай сейчас возьмем 7 яйца, побьем. Ну, вот. А что бы взять и не побить 7 яйца? 200 самоцветов. Ну, допустим. Во, мешок Prime X 5 уровня. О божечки! Так, тут у нас мы можем открыть два штампа. Как бы от них, конечно, толку не так много, как хотелось бы. Все, большая выгода. Что у нас тут? О, значки почета. 10 тысяч значков почета могу забрать. Ой, IGG, ты меня балуешь. Реально, IGG балуешь. Сокровищница, тут что? Ага, тут надо потратить, понятно. Вот. Во-первых, настолка. Заходим в настолку. У нас тут даже три попытки. Ну-ка. Сундучок третьего уровня, 5 штук. Ну, такое себе. Камушки блатные. Камушков блатных мне хватает. Так, и что это? Вы бросили 11, выиграли пазлов 1. Не забудьте собрать награду. У меня один пазл, ну, забираем. Забираем, наверное. Да, забираем печеньки. Печеньки никогда не будут лишними. Окей, награды. Награды. Даже чтобы узнать, на каких акциях ты можешь поучаствовать. Ну, это понятно. Сбежавшие олени, дамы и господа. Это самое интересное, что может быть вообще на свете. Осторожно, вы можете потерять все свои награды, если выпустить меня из мешка. Так ты не высовывайся. У нас осталось... А, у нас только один шанс. Я думал, у нас два шанса. Странно, ну давай. Опа, 63-х. Окей. Так, это у нас несгораемая. У нас 3-я, 5-я, 7-я несгораемая. Ну это ерунда. Так, 3-я несгораемая. 800 книг. Вот это уже как бы попахивает. Слушай, ну я сколько их открывал, мне никогда на 4-ю не падала смертушка. Если сейчас упадет, то это будет жуткий фейл. Давай. Аллилуйя. И 5-я несгораемая. И мне дали Мишу. Ну а дальше я рисковать не буду. Потому что 800 книг, ребята. Забираем. Забрать и выйти. Хотя, в принципе, можно и до 7-й идти. Вот. Можно и до 7-й идти. Так, я забрал. Окей. Осталось шансов 0. Ну, смотри, блин, за 700 рублей только один шанс дали. Я думал, дадут хотя бы парочку. Ну, как бы, это все равно очень круто, ребят. Ну, может быть, мы бы и побольше чего вырубили, но мне реально не хотелось рисковать. Но все-таки 800 книг. Потом, знаешь, локти кусать. Я так надеялся на эту акцию оленей. Олени! Ну, слушай, это реально интересная акция. Давай, ваши подарки. Переходим. Смотри, тут открываем. О, книжечки. О, красные кристаллы. Так, что тут? Какие кулачки. Тут книги не падают, да? Ну, по сути, беспонтовые ящики. Для меня, для моего аккаунта. Ну, хотя, вон, кулаки какие-то, да, летят. 30 тысяч кулаков получили. 40 тысяч кулаков получили. 10 карт третьего уровня. О, боже. О, боже. Давай. А, так, это у нас четвертый, да, здесь мы по 30, здесь мы по 30 книг, ну, допустим, пускай будет по 30, сколько, ну, и сколько нам выпадет, ну, 200 книг выпадет, уже хорошо. Так, итого 90, 150, 180,
210-270 книг. Слушай, ну я думал, будет хуже. Так, давай этот сундук с эмблемой. Ну, окей. Тут это что? С королевской битвы. Так, чары. Ничего интересного. Так, 3000 камней. Тут что? О, господи. Сундук защиты. Так, с этим тоже, в принципе, все понятно. Хладный призрак у нас собирается там. Или принц, или призрак. Вообще пофигу. Так, давай. Ну, отсюда здесь большие уже надежды. 200 книг, 400, 500, 600, 700, 800. 800 только? 400, 500. 600, 700, 800. Так, ну и что у нас по факту получается, ребят? 3373 книги за 700 рублей. Слушайте, блин, я даже и не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Ну, лям кулаков. Слушайте, ну напишите в комментариях, что это выгодно было, невыгодно. В плане книг. Выгодно, невыгодно. Ну, получили какие-то, конечно, другие бонусики, но... 3000. Я надеялся, что у оленя, будет попыток побольше, короче, на этой акции. А была только одна. Если бы еще вторая попытка была, было бы вообще шикарно. Но я думаю, что на этом заканчиваем видео. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Напоминаю, что я вам разрешал лайк не ставить, и даже разрешал не подписываться, и даже разрешал не писать комментарии. Так что вы сегодня абсолютно свободны и можете делать любые действия. Всего вам самого хорошего. Целую.